В детском оздоровительном лагере «Зеленые дубки» проходит тематическая смена кино. Но она является нетипичной. У ребят есть свое государство, свои партии и даже своя валюта. Тематика у нас смены, как, наверное, в большинстве лагерей, кино, но кино необычное. В нашем государстве Дубль-Вуд существует много партий. Также у нас очень часто проходят игровые часы, внутри которых разворачивается игровая модель, в которой ребята погружаются в свои партийные тематики, они завоевывают территории, также они ведут борьбу за золотой компас. Золотой компас – это главный трофей нашей смены. Ответственный за данное погружение является руководитель медиа-студии лагеря «Зеленые дубки». Мы создаем игровую модель, где есть какая-то завязка, кульминация развития событий, где многие вещи непредсказуемы. Ну, для детей, для нас, мы игротехники, мы понимаем, куда двигаться и что делать. Мы ставим целью сплочения отрядов, сплочения лагеря и берем за основу наиболее такие интересные для детей образы. По словам самих ребят, такая идея постановки смены им пришлась по вкусу. И они с удовольствием приехали бы еще раз. Лагерь тут очень хороший. Тут, как сказать, нет свободного времени. Постоянно мы чем-то заняты. На тихом часе мы постоянно все спим. Мы после стола мы ходим на всякие обучарии. Тут еще хорошо то, что это игротехники. Ну, я тут еще не приеду первый раз. Я тут уже второй раз. Как приехал, тут очень хорошо, не скучно никогда не было. И вправду у детей нет времени просто так сидеть на месте. На базе лагеря организовано более 20 всевозможных кружков под названием «Обучарии». В них каждый ребенок смог найти занятия по душе. В лагере каждый день после полдника открыты обучарии. От плетения косичек до тех же самых луков. Здесь можно и развить новые таланты, и открыть новые таланты, и развить старые. Ну, я могу сказать точно, отправляя сюда своего ребенка, по себе я могу сказать, можно быть уверенным, что он не только здесь получит море впечатлений от мероприятий, от игр, от игровых часов, но и научится многому интересному. Еще одним звеном в этой цепочке являются вожатые. На них возложена большая цель – это помогать детям. И глядя на счастливые глаза ребят, их кураторы с этой целью справляются. Конечно, мне нравится атмосфера этого лагеря. Здесь я работаю уже третью смену. Дети, конечно, разные. Вот все эти смены, все три, они отличаются. В первой смене одни дети, во второй другие, в третьей третьи. И все они очень хорошие, и ко всем быстро привыкаешь. А потом сложно отвыкать от них. Я приехал сюда на эту смену в 2016 году всего лишь в первый раз. Мне очень много помогали другие вожатые. Была большая поддержка от них. Так как, ну, неопытный я еще был. Но со временем ты привыкаешь к детям, находишь к ним свой подход, и постепенно к ним все же привязываешься. Они становятся намного ближе к тебе. И когда ты уходишь куда-то или ненадолго отлучаешься, они уже начинают по тебе скучать. Поэтому мне очень нравится здесь, так же, как и многим детям. Аркадий Зубков, Сергей Николаев, телерадиокомпания «Арис».